Всем привет, с вами канал Достойчивость достижения. И это новое видео, коврик для занятий йогой, фитнесом и аэробикой. Извиним, удобен во время пресс-стретчинга, стретчинга и тренировок. Полноразмерный принт, размер 183 на 61 и на 3 сантиметра. Это видите, как видите, и можно делать упражнения. Ну, в общем, сейчас перейдем к нему самому. Так. Вот он сам, этот коврик. Я вам сейчас его покажу, расстелю. Вот такой он сейчас красивый. Надо полностью вам его продемонстрировать. Как на индийский похож коврик. Полностью расстелить его, показать во всю длину, чтобы вам было более понятно, как он выглядит. Ну, в общем, ну вот, вот он весь свой размер. Мне на нем удобно. Очень хороший коврик. Удобный. На самом деле для занятий. Обычно на нем я делал упражнение на пресс. Упражнение книжка. Вот эти скручивания. Довольно такие мощные на пресс. Ну, вот сейчас снимем с другого ракурса. Может быть, так лучше тоже показать. Но ведь вот такой он длинный, красивый. Тут узор слона. Как цветочки. Или что-то такое. Можно с разных сторон посмотреть. Ну, красивый, да. Обошелся мне в 600 рублей. Я покупал недалеко, тут в магазине Sprint. Так что, вот такой коврик. Так, в общем, надо заканчивать это видео. С вами был Игорь. Привет, ребят. Рад вас видеть на своем канале всех. Ну вот, все. Прощаемся с кубриком. Все. Видео заканчивается. Пока.